Занятия в академии сегодня ведет Василий Александрович Ростовых. Тема сегодняшнего занятия – это миф о том, что целлюлит – это проблема толстых. В современном мире существует культ тела. Поэтому эстетическая медицина все больше и больше уделяет внимание не только состоянию лица, кожи лица, но и состоянию тела, фигуры и все, что с этим связано. К нам часто обращаются пациентки, которые уже достигли определенного веса, запланированного, скажем так, но у них остаются локальные жировые отложения в тех или иных областях. Эти отложения называются жировыми ловушками. Это во многом обособленная проблема, которая вызвана некоторыми изменениями в подкожно-жировом слое, близком к коже, и связана она с нарушением микроциркуляции и нарушением лимфодренажа. И именно с ними призвана бороться такая операция, как липосакция. Что же касается излишнего веса, то проблема целлюлита может встречаться как у худых людей, так и у людей полных. Поэтому, говоря о том, как нам бороться с целлюлитом, прежде всего нужно говорить о грамотном подходе с точки зрения совместной работы и хирурга, и косметолога. В стенах нашей клиники мы проводим лазерную липосакцию. Эта методика принципиально отличается от обычной липосакции тем, что жировые отложения разрушаются не простым механическим способом, а лазерным излучением, которое вводится в жировую ткань при помощи специального световода. Соответственно, мы получаем более качественный результат за меньшее количество времени. То есть операция длится от часа до 2,5, а не 3-4 часа, как раньше. И самое главное, процесс реабилитации занимает гораздо более короткий срок. Еще один очень важный момент. Липосакция – это не способ сбросить лишний вес или похудеть. Это способ коррекции сложных участков тела, которые не поддаются стандартным методам похудания, таким как спортивные нагрузки или диета. Поэтому очень часто пациентов, которые приходят к нам на процедуру липосакции, мы отправляем на какое-то время заниматься спортом и вести здоровый образ жизни в плане питания и всего остального для того, чтобы они сбросили лишние килограммы и пришли к нам уже с конкретными локальными участками для коррекции. Наверняка пациенты, которые сталкивались с липосакцией 10-15 лет назад, пугаются возможных бугров и неровностей на коже после проведения данной операции. Могу их успокоить. Сейчас медицина шагнула далеко вперед, и благодаря тем же лазерным технологиям, которые мы применяем во время этой операции, мы достигаем ровной поверхности без каких-либо ненужных нам изменений. Эффект от липосакции может сохраняться на долгие годы. Для поддержания результата я рекомендую косметологические методики, такие как ручной массаж, аппаратные технологии, LPG, микротоковая терапия и лимфодренаж.